На выставке ярмарки «Рыба Якутии» продали более 20 тонн рыбы. Традиционное мероприятие в минувшие выходные прошло в Якутске на Комсомольской площади. Гости и жители города в течение 2 дней могли купить по доступной цене местную свежемороженную рыбу и продукцию напрямую от рыболовецких хозяйств и перерабатывающих предприятий северных и арктических улусов. По словам организаторов, выставка-ярмарка в этом году повторится и в декабре по итогу подледной рыбалки. Рыба, в принципе, она доступна. Мы считаем, что на рынке, если чир идет по 600-800 рублей, крупная рыба, у нас крупный чир уже 400 рублей. Вчера прошли вот как раз конкурсы по номинациям «Царь-рыба». Действительно, рыбаки показали крупные размеры рыб. Нельма у нас весил 24 килограмма. И чир у нас есть большой экземпляр 8 килограмм. 9 килограммов, 600 грамм, вот такой вот победитель.